Еще раз здравствуйте, уважаемые зрители Омского музыкального канала. И сейчас мы поговорим с нашим сегодняшним маэстро, с Ильей Дербиловым, с которым мы сегодня исполняем три совершенно разных произведения, в которых функция дирижера, на мой взгляд, представлена совершенно по-разному, с разных сторон. Вот есть Моцарт, где группа людей музицирует вместе, и дирижер выступает как бы руководителем вот этого ансамбля. И это произведение написано именно для коллектива, и здесь все на своих местах. Есть произведение, в котором дирижер в дуэте с солистом. То есть функция дирижера – это свой коллектив противопоставить солисту. Да? И есть произведение, которое вообще не предназначено для оркестра, а предназначено для сольного исполнительства, где предполагается, что музыкант – это как демиург, который сам по себе что-то творит, но вместо одного музыканта вы должны собрать в эту функцию всех вместе и как бы создать из целого большого количества людей одного исполнителя. Вот вам как дирижеру, какая из этих функций ближе всего, что труднее, а что может быть интереснее? Вот спасибо, замечательный вопрос, потому что, на мой взгляд, вот роль дирижера, она наиболее явно проявляется на репетиции. Потому что все, что касается концерта, безусловно, должен присутствовать контроль, безусловно, должно присутствовать какое-то вдохновление оркестра, но на самом деле все самое интересное, оно проходит на репетиции с точки зрения вот как бы работы дирижера. Потому что, выходя на концерт, дирижер должен создать самое главное, это, ну, скажем так, основную концепцию. Потому что главное в искусстве – это именно концепция. Не расставить все на свои места. Идея, да? Да, вот это идея, да. Потому что без идеи искусство – это уже не искусство. Что касается разных ролей, абсолютно вот верный вопрос вы задали. Почему? Потому что действительно, вот в симфонии Моцарта, к примеру, как и в любой симфонии, где исполняет сочинение только оркестр, безусловно, внутри этой фактуры присутствуют отдельные солисты. Но эти солисты, они подчинены как бы единой мысли вот всего сочинения. И здесь дирижер, конечно, он вдохновляет, он направляет, он расставляет какие-то главные акценты, главные точки, от какой, к какой ему двигаться. Что касается аккомпанемента, здесь, знаете, вот мне в консерватории один из моих учителей, Александр Владиславович Чернушенко, совершенно замечательный музыкант и прекрасный аккомпаниатор, вот он мне сказал одну вещь, что вот когда дирижируешь аккомпанемент, в аккомпанементе есть только один дирижер, это дирижер-солист. То есть, когда мы играем сочинение с солистом, да, с солирующим инструментом, дирижер должен быть полностью подчинен вот этой мысли сольной и должен следовать за солистом. Потому что если ты начнешь там сильно размахивать руками или брать на себя какое-то внимание, то это все будет не вместе. В аккомпанементе дирижер должен настолько слиться с солистом, чтобы вот оркестр понимал, когда ему вступать не по движению дирижера, а по моменту, когда он должен услышать, что должен играть солист. То есть вот в аккомпанементе дирижер в первую очередь должен наладить ансамбль и заставить оркестр слушать солиста, как бы брать дыхание вместе с солистом, чтобы, ну, там, допустим, духовики или струнники, чтобы они были устремлены на солиста, и только дирижер, как человек, который указывает, где вот это вот место, чтобы он обеспечивал вот это вступление. Поэтому действительно это немножечко разная специфика, почему существуют дирижеры, которые, допустим, великолепные интерпретаторы, но у них не очень хорошо получается аккомпанемент, потому что в какой-то момент они не могут как бы преодолеть это собственное «я». Приоритет. Да, потому что, ну, конечно, в аккомпанементах тоже очень много красивой музыки у оркестра, есть что подирижировать, да. Вот, но вся эта музыка, она должна быть направлена на единение. Хотя, вы знаете, вот, допустим, в концерте Шнитке, как, в общем-то, и во многих сочинениях, вот, допустим, фортепианные концерты Рахманинова, это не аккомпанементы, это большие симфонические полотна с солирующим фортепиано. Вот, да, и здесь в Шнитке тоже, как бы, самое главное – это вот наладить ансамбль между солистом и между скрипачом, потому что здесь тоже, ну, скажем так, достаточно сомнительная такая прямо сольная партия. Она, безусловно, сольная по своему накалу, по своей экспрессии, но она встроена вот в эту гармонию, в эти аккорды, которые должны быть вместе. Поэтому в аккомпанементе самое важное – это вот заставить оркестр мыслить,
как мыслит солист. Другое дело, что существуют, ну, это такие, как бы, дирижерские секреты, что когда ты дирижируешь, вот, допустим, оперу, аккомпанемент, либо ты дирижируешь аккомпанемент на сцене солирующим инструментом, безусловно, нужно следовать за солистом. Но нужно настолько грамотно рассчитывать интенсивность своих движений, чтобы не потерять оркестр, потому что иногда солист начинает идти вперед, ты идешь за солистом, а оркестр к этому не всегда бывает готов. Угу. Поэтому вот этот вот момент нужно очень четко разграничивать. Вот. А что касается Баха, для меня, вы знаете, вообще, в принципе, эта программа, ну, за исключением Моцарта, которую я очень люблю и очень много раз дирижировал, эта программа новая. И я не очень пока что склонен дирижировать современную музыку. А Шнитке для меня все-таки современная музыка, и она не всегда такая понятная, потому что, мне кажется, нужно иметь... Так-то полвека. Ну да, 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 просто... Просто, знаете, вот нужно иметь, наверное, какой-то особый внутренний настрой, чтобы, ну, не то чтобы эту музыку любить. То есть конструктивно я понимаю, из чего она состоит, mm-hmm. потому что Шнитке — это в первую очередь композитор, который вот выстраивал конструкции. Uh-huh, вот. Uh-huh. И, инженерная музыка. Да, инженерный, вот он именно математик, да, и вот ему принадлежит такая фраза, что вот дайте мне одну мелодию, какую-то мелодию, я найду способ ее разрушить. Вот, то есть действительно, и это проявляется в третьей части, когда вот вроде такая, знаете, благоговейная нежная музыка, и когда вдруг ни с того ни с сего на полтона ниже вступает фагот, потом еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то, и это превращается в кластер. И вообще этот концерт, он очень интересен тем, что я его рассматриваю как летопись человеческой жизни. Потому что вот в начале вот эти колокола с фортепиано и вот эта вот мягкая мелодия. Это вот, знаете, такой ребенок абсолютно лучезарный, который такими светлыми глазами смотрит на этот мир. И вот эта тема, как тема такого, знаете, может быть, Фатума, как у Чайковского, да, вот в 4-й симфонии или еще где-то, такой лейтмотив, который проходит через все части. И он проходит совершенно разной, во-первых, инструментовкой, во-вторых, совершенно разным ощущением. И последняя часть, где вот звучит, опять же, эта тема, в середине она звучит где-то бурно, да, еще что-то, вот, и в конце она замолкает, и растворяется вот эта вот линия струнных, и последний инструмент, который вступает, это контрфагот внизу на ноте си бемоль, внизу. И вот, на мой взгляд, я сказал сегодня это оркестру, что вот от этого лучезарного ребенка, который вот появляется в самом начале, буквально там в первых тактах этого концерта, в первой части, вот все заканчивается в финале вот этим си бемолем, и это, знаете, вот последняя горсть вот на крышку гроба, которая бросается. То есть это безумно интересно, и я должен сказать, что, конечно, эта музыка требует такого более детального изучения, очень углубленного. Почему некоторые дирижеры, некоторые солисты, они именно специализируются на современной музыке, потому что это отдельный язык. Ну, да. Вот. А что касается Баха, тоже мне вот очень интересно это, потому что меня всегда интересовало, как звучит вот у Леопольда Стаковского вот именно эта токата и фуга, у него там еще есть сочинение, переложение Баха. Ведь она создана для совершенно грандиозного оркестра, потому что в эпоху Стаковского вот существовала вот эта вот большая пятерка американских оркестров. Это чикагский, филадельфийский, кливлендский, нью-йоркский и еще какой-то. Да, Чикаго, Кливленд, Нью-Йорк, Бостон. Да, и Филадельфия, вот. И тогда оркестры были совершенно огромные. То есть тогда было там порядка там, 20 человек первых скрипок там, и так далее. И, конечно, она написана именно для такого большого оркестра. Я уж не говорю о том, что там 6 валторн, там огромное количество инструментов. То есть настоящий огромный малеровский состав. С другой стороны, Стаковский, как автор этого сочинения, он внес туда сам свои трактовки, которые проявляются в виде там, каких-то замедлений, там, каких-то ускорений там, и так далее, чего нету в нотах у Баха. И здесь встает вопрос, потому что для того, чтобы сделать это так, как написано у Стаковского, нужно приложить не то, что огромное количество усилий, а нужно такое количество репетиций, чтобы просто вот эти какие-то мельчайшие его там замедления, ускорения, они их сделать. Но самое главное, что вот на мой взгляд в данном случае, вот эта его трактовка, я имею в виду вот в плане темпов и так далее, она не совсем соответствует тому, что написал Бах.
потому что у Баха все идет в достаточно ровном темпе. Может быть, он вот... делал это специально, чтобы создать из коллектива, вот, чтобы шли за ним, что-то такая, знаете, как удав за кроликом. Да, я вам скажу, почему это сделано. Значит, это сделано в подражании романтическим органистам. А. Причем там самое главное, вот эта тема та-та-та-та-та-та-та, пим-пам-пам, там же эта тема проводится сначала там, в одном голосе, в другом. И последнее проведение, где органист играет ногами. Да, другое дело, что вот очень часто, когда играют органисты, они специально вот эту тему, ну, потому что ногами играть немножко сложнее, чем пальчиками. Да, вот, да. И они начинают намеренно сажать вот это вот движение. И у Стаковского примерно это рассчитано. С другой стороны, вот на мой взгляд, но видите, какая штука? Тут все-таки самое главное понятие вот, в музыкальном искусстве, в классическом искусстве, самая главная цель – это сложить форму. То есть это движение от одной точки кульминации, от точки кульминации, но самое главное, чтобы все эти кульминации выстраивались в одну общую кульминацию. Таким образом, вот, наверное, к этому мы, собственно говоря, стремимся, и вот это мы постараемся сделать. Ну, я как оркестрант хочу выразить вам огромную благодарность. Во всех функциях вы прекрасны. Спасибо. И сегодня, я думаю, что мы и публика тоже сможет оценить. Спасибо. По достоинству наше с вами сотрудничество. И мы очень рады, когда вы к нам приезжаете. Спасибо. И всегда приятно с вами играть. Благодарю Спасибо вас. Вам большое. Спасибо большое. Благодарю вас.